Всем привет, и свершилось. Наконец-то вышел новый герой. Поэтому сделаем по нему небольшой краткий обзор. Да, блин, не туда. Вот он. Вот так она выглядит. Зовут ее Ориса. Робот, созданный маленькой девочкой в Нумбане для защиты этого города. Вкратце быстро посмотрим ее облики. Кстати, есть прикольные довольно-таки. Восход. Равнины. Кстати, этот герой напоминает мне что-то Анубарака с Варкрафта. В принципе, компания та же, все нормально. Просто красный какой-то. Камуфляж. Блин, она на Рейнхарда, у нее металл похож чем-то, даже похожие скины. Это прикольный. Хромированный. Да, только она когда грубая становится, если она по умолчанию такая миленькая. Актеон. Вот это точно на Нубарака похоже. Жук-носорог. И страж. Ну, это самый классный. Дальше. Эмоции. Пока что мало на ней всего. Это воровская. Там можно будет стебаться над врагами, убитыми. Победные позы. Блин, копия Рейнхарда. Только ноги 4. Стоять. Ну, блин, такие невзрачные. Думаю, потом это все допилят. Я лишь следую своей программе. Ну, как и на Сомбру. Изначально вообще почти ничего не было. Так, это все старое. Так, я знаю, что есть на нее. А, ну вот, их открывать надо. Ну, со своим создателем. Тогда прикольно. И это. Блин, а много нормальных таких прикольных. Так, ладно, погнали назад. Лучшие моменты. Усиляшка. Это прикольно. Пойдет. Так, оружие. Трехствольный пулемет. Золотое. Прикольно. Давайте теперь посмотрим на ее скиллы. Пойдем в тренировочку. Я так уже пробежался по ней, чтобы понять, что где как. Довольно-таки, кстати, если в правильных руках будет хорошим танком. Ваша, да, кстати, это танк. Моя главная задача. Итак, ЛКМ. Это обычный пулемет. Вот такая стреляет, она замедляется. Кстати, по урону довольно-таки хорошо входит и разброс. Дорогие дистанции большой. В принципе, довольно-таки меткий. Тоже можно хорошо косить солдатам. ПКМ. Давай, кнопочка мыши. Это снаряд. Наподобие как у Зари. В описании списка была подобная пушка. Он стягивает народ. Не так быстро. То есть можно сразу догонять убегающих, хватать их, в кучу собирать народ. Действует недолго, но эффективно. Как танк, хорошая вещь. Также Ешка. Ешка — это щит. Барьер активирован. В течение прохода быстро поставить, отцепить народ, отцепить, собрать их. Или, например, поставил щит. Исчезнет. Поставил щит. Шмальнул или наоборот. Отбирайте. Так будет использовать ноги. Дальше. Усилялка. Точнее, на шифте. На шифте у нас стоит, скажем так,
прорывной танк. Использует обороны. На нее, но не так сильно. И на нее не действует ульт, например. Она может так пройти ульт Ренхарда. Имя и эффект. Там, замедление не действует. Ренхарда точно знаю, ульта на него не действует. Это видео вот в описании. И другие действия, я не знаю, как видите, пульки наносят урон ей. Пульки очень, ну, надо. Если же, ну, когда ульт по этих роботах не работал, короче, эффект вот такой. Ставить, например, на оборону. Прекратить сопротивление. Этот луч усиливает всех людей в поле зрения. То есть будет такой же луч ко всем персонажам, если смотрите таки далеко. Вы можете поставить, и все ваши тиммейты будут. Сейчас быстро набьем и проверим. Правда, усилится где-то процентов на 20, но 30, честно, не прочитал, даже не обратил внимания. Стоять! Оставайтесь здесь. За вами уже будущее. Быстро снесем просто врага. Прекратить сопротивление. И буквально на секунду быстрее улетает. Скидывать где-то на 50-40%. Тут надо будет почитать, честно. Не дошли до руки. Вот такой герой. Сейчас будем тестировать, следующее видео будет потом. Ставим первый бой на нем. Согласно моим убеждениям, это был наиболее вероятный исход. Все, спасибо. Всем пока-пока. Подписывайтесь.